Тяжелая техника зашла на расчистку ливневого коллектора второй речки. В прошлом году городская администрация расчищала подмостовое пространство коллектора в районе проспекта Столетия Владивостока и приводила в порядок сеть, проходящую от улицы Давыдова. Сейчас, как я уже упомянул, работы основные по расчистке от проспекта Столетия до Амурского залива. Мелкие работы мы выполнили. Зашла малая техника. Весь мусор с территории убрала. Сейчас зайдет техника уже тяжелая для того, чтобы сформировать само русло ливневого коллектора. Для того, чтобы его выровнять как бы в разное время. И навал мусора был. Ну, различные ситуации. Как бы наша задача сейчас выровнять коллектор, дать возможность при осадках лета текущего года справиться с ними достойно. Поэтому наша задача там прямая, понятная и абсолютно тактическая. Вместе с тем мы разработали проект на капитальный ремонт всего ливневого коллектора. Он протяженностью порядка 5 километров. Наша задача привести его в порядок уже системно. Мы рассчитали стоимость, зашли в госэкспертизу, подтвердили эту сметную стоимость. Одна из основных задач в ближайшее время к сезону строительному будущего года эти средства найти для того, чтобы мы уже комплексно могли приступить к капитальному ремонту. Сейчас проводятся работы, которые помогут справиться с последствиями будущих циклонов и тайфунов. Артем Белов, Диана Иванова, новости на Восьмом.